Всем привет! На канале Майя. И сегодня у нас челлендж дегустация мороженого. С папой? С папой. Да. Что вы будете дегустировать? Мороженое с разными добавками. А добавки там очень интересные. Вы вообще готовы к этому? Только нужно... Только вкусные? Ну, не очень. Есть такие, вкусные, которые... Есть вкусные и невкусные, кому какие добавки попадутся. Но вы должны до конца съесть. Угу. Поэтому вы мороженое можете немного брать, а по чуть-чуть. А к нему будут идти добавки. Добавки вот в этих красных и синих стаканчиках. Ну что, начинаем? Да. Ну, давайте. Ставим. Давайте. Берем. Ну, я возьму. Сначала мороженое. Оно вкусненькое. Мы взяли специально белое, чтобы добавки были видны. Да. Марьям, помогай маленькой ложечкой. Марьям сразу зачерпнула. Любитель мороженого. Кто любит мороженое, ставьте лайки. Марьям. Я люблю. Марьям я любит. Она обожает. Марьям сама себе лайк поставит, да, Марьям? Сама по себе мороженое вкусное. Вкусное, да? Ну, сейчас да. Посмотрим, как с добавками. Ну, так, давай. Выбираем. Давайте. Да. Что я там достанется синий. Папе? Ты-ды-ды-дыщ! И это... И это... Мед? Нет. Ну-ка. Что это? Нет, лимон. Не знаю. Что это? Дай понюхать. Это лимон. Это лимон? Да. Ну и как? Рассказывай. Лимон. На вкус. Кисло. Марьям, хочешь попробовать тоже у папы? Попробуй. Как ты оцениваешь? М? Есть можно? Да. Можно? Да. Вкусно? Серьезно? 3 из 5. А тебе что попалось? Мне я не знаю, что это. Это сыр чеддер, да, по-моему? Пармезан. А, пармезан. Ну, давай-давай. Давай-давай, пробуй. Он такой, знаете, вонюченький, конечно. Сейчас посмотрим, как он на вкус мороженое. Марьям сыр вообще не любит. Ешь, ешь. А то проиграешь. Никак. Нормально. Смотрите на нее. Смотрите, смотрите, значит вкусно. Или ты это мороженое заедаешь? А, я думала, ты сыром. Невкусно. Невкусно, да? Невкусно. Очень невкусно. Оцениваешь как? Ноль из десяти. Марьям, мне повезло. Ей попался невкусный сыр. Нет, он может быть и вкусный. Для меня он вкусный. А Марьям вообще сыр такой не любит. Ну что, начинаем? Давайте продолжаем. Что сейчас интересно, какие Марьям прям смотрите. Марьям, ты поменьше мороженого клади. Вдруг опять тебе попадет что-то невкусненькое. А я буду мороженое. И тебе придется все кушать. Нет, ты будешь, знаешь как? Я предлагаю так, мороженое с добавками и перемешивать, чтобы прям точно было вам невкусно. Так, выбираем? Да, кому сейчас повезет. Я красный. Так, что там, давайте посмотрим. Ты-дай-ш. А это, Марьям, что? Попкорн. Попкорн. Я думала, вкусно. У меня сахар. А это не сахар. А это соль. Засыпай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Я помогу, я помогу. Подожди. Ти-ди-ди-диш. Ти-ди-ди-диш. Потом можешь закусить. Ну-ка. У меня. Как вкусно. Ты хочешь попробовать ее? Нет. Нет? Марьям. Ну давай, давай, доедай. Марьям, доедай. Доедай, доедай, доедай. Будешь доедать? А? Значит, ты проиграла в этом раунде, да? Все. Карамельным попкорном очень вкусно. Очень вкусно, да? 5 из 5. О, а Марьям, а ты сколько скажешь? Марьям, ну что, ты идешь? От соли у меня повысился адреналин. И что ты хочешь? Адреналин у нее повысился. Я сейчас буду лазить. О, это ее любимая. Марьям купили. Вот такой вот спортивный тренажерчик. И она каждый день сейчас на нем вот так висит, как обезьянка. А еще смотрите, что она научилась делать. Ну-ка. Опа! Молодец.
Продолжаем? Да. К сожалению, Марьям не повезло второй раз. У нас мороженое уменьшается, а стаканы почему-то нет. Ну что, начинаем? Да. Ну давай. Как ты думаешь, кому сейчас повезет? Я немного возьму. Вот. Так, я выбираю. Ну давай, Марьям первая выберет. Ты вот так давай. Тянись к себе. Тяни. И что там интересно попадется? Мороженое с йогуртом. А у меня? А у папы. Папе достался кетчуп с мороженым. Кто ел кетчуп с мороженым? Я. Марьям, ты ела когда-нибудь кетчуп с мороженым? Хочешь попробовать? А? Спасибо, нет. А что, ты йогурт с мороженым ела когда-нибудь? Нет. Тоже нет? Интересно, вкусно? Ну, это, да, вкусно. Ну и как? Ой. Ужасно? Ужасно? Ужасно. Я хочу попробовать, кстати, эту гадость. Можно? Просто интересное сочетание. Хорошо, раз. Ну да, не-не-не. Я даже уже мне маленького кусочка хватило. А у Марьям, конечно, должно быть что-то вкусное. Сейчас она вон перемешает йогурт. Потом она его в мороженое. Не, не так. Так понятно, вкусно. А ты вместе. Туда. Да, залей туда. Кстати, мне тоже интересно вообще это сочетание. Что за... Да, я хочу очень. Так, ну-ка. Это как холодный йогурт просто. Да? Ну-ка. Очень вкусно. Перфект. С кетчупом. Это не то. Кетчуп на первом месте. Ну, сейчас, конечно, повезло Марьям. Она слопала все. И мы посмотрим, что попадется сейчас у нас дальше. Вкусное или невкусное кому? Ну, Марьям, какой ты выбираешь стакан? Выбирай синий. Папа синий, голубой. А Марьям тоже синий? А? Что это? Что это? Я не знаю. Это масло. Сюда. Масло? Это, да. Это оливковое масло. Но у нас, посмотрите, что получилось. Ну? Пахнет не очень. Не надо. Не надо это выбрать. И как? Вот это хочу, вот это хочу. Неплохо. Да? А, кстати, я читала, что сметана, говорю, что мороженое оливковое, с оливковым маслом очень оливковое вкусное. Оливковое мороженое получилось. Оливковое мороженое? Да, неплохо. Марьям, не хочешь попробовать? 4. Из 5? Из 5. Ой. Это лимонная цедра. А это вкусно? Ну, не знаю, пробуй. Но вообще-то... Нет, у тебя еще ничего не было. Должно быть вкусно. Это лимонная цедра. Ну-ка, давай все туда. Нет, нет, все? Не так. Конечно, давай. Сыпь. Размешивай. Смотрите. Я думаю, будет вкусно. Ну, и пробуй. Вкусно, серьезно? Дай мне попробовать. Ну-ка. Очень даже. Как будто лимонное мороженое. Скажи, Марьям. Даже ничего. Ну так, нормально. Неплохо. А папа продолжает кушать оливковое Нет, мороженое. Горькое? Да, это цедра. Ну, нормально. Продолжаем. Травиться. Ну что? Продолжаем травиться. Почему? Мне кажется, очень вкусно. Ты же сам сказал 4 из 5. Оливковое масло. Ну, а сейчас что? Что там? А это что такое? Это томатный я суп. Вот это взяла, а это шоколад Марьям достался. Что за томатный суп? Ну, томатный супчик такой в пакетике. Китайский? Не знаю. Может, и не китайский. Просто томатный супчик. Написано «белый томатный суп», кстати. Почему белый, я не пойму. Быстрого приготовления. Нет, а почему белый? Томатный суп белый, может, с белых помидор, хотя он красного цвета. Ужасно? Я представляю. Марьям с шоколадом, я понимаю, что это очень вкусно. А это
Гадость. Это вот смотрите, какая была гадость. И стала какая. Это есть папа не собирается. А Майям слопает все. Ноль из пяти томатный суп. А у тебя, Марьям? Пять. Пять из пяти? Не сильно вкусно. Не сильно? А что тебе вкусно было бы с мороженым? Она не любит шоколадное мороженое. А что бы тебе понравилось? Клубника. Клубничка? Да. Ну, посмотрим, может быть, здесь есть клубника? Марьям, ты что такая веселая? Да. Наелась мороженого? Да. Как ты думаешь, что тебе попадется? Давай, открывай. Все развивается. Все, это молоко. А, ну молоко это вкусно будет. Это молоко. Мне повезло. Марьям, с огурчиком ей. Мороженое с огурчиком. Подожди, ты такая обожаю радостная. Вот сейчас посмотришь, как ты будешь радоваться вот этому. Мешай. Да? Ну, потому что молочное мороженое и это мороженое. Молоко. Ничем не отличается. Пять из пяти? Да. А у тебя? Мороженое с огурцом. Очень вкусно. 7 из 10. Серьезно? Марьям ложку такую папина думала пробует. Ну, неплохо. Серьезно? Да. Ну-ка, дай попробовать. Первый раз могу. Ну-ка. Фу, какая гадость, как это неплохо. Фу! Фу, да. Марьям, ешь, ешь. Тебе нравится? Ничего я, себе. Я люблю такую огурцы, поэтому. Ну, у вас осталось по одному стаканчику. Решающий ход, дегустация, что кому попадется. Ну, выбирай, Марьям. Ход за тобой. Чувствуешь ли ты, что в стаканчике? Одно мое, одно ее. Ну, понятно. Раз-два осталось. Давай, папа, быстро бери. И раз, открываем. Два, три. Так. Арбуз. О, арбуз. И чипсы рассыпала Марьям. Чипсы. Сейчас попробуем с арбузом. Это арбузное мороженое. Да. Арбузное мороженое. А чипсами. И мороженое с чипсами. Кто пробовал мороженое с чипсами? Я. Ну, я думаю, что арбузовое мороженое будет вкусное. С чипсиками тоже? Хрустит. Хрустит мороженое? Я, наверное, попробовать. Не обязательно. Ну и как? Арбуз вкуснее. А сочетание хорошее? Арбуз вкуснее. Не очень, да? А это? А с чипсами? Кто хочет попробовать? Я хочу. Никогда не пробовала. Да я вообще мне кажется, мало что еще пробовала. Мне кажется. Какая гадость. Да. Но ты знаешь, чипсы соленые, мороженое сладкое. В принципе, сочетание есть. Это но не нет, продукт. Но не то. Да. Детские продукты, вот арбуз. И мороженое. Мороженое сочетается. Смотрите, смотрите, хомячит она прям с пачки. Что, 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 мы не поняли. Пока-пока. Марьям продолжает кушать.